Ахой, с вами Enjoy, и это 137-й выпуск Enjoy Чарта. Но прежде чем перейти к чарту, напоминаю, что я открыл новый канал, посвященный путешествиям, Enjoy Travel. Кто не знает, еще можете подписаться, посмотреть, поддержите меня, как говорится. Пока видео там нет, но уже на этой неделе появится точное видео в плейлисте под названием «Без комментариев» или «Почти без комментариев» из Барселоны. Я решил, что сделаю, наверное, скорее всего, будут у меня отдельные выпуски, где я буду что-то комментировать, рассказывать, советовать и так далее. А что-то буду выкладывать без комментариев или с комментариями, которые снимал по ходу дела, чтобы, как говорится, тем, кому не интересны мои комментарии, мои разговоры, могли просто посмотреть Барселону, насладиться видами и немножко послушать, как говорится, походного моего спича. В общем, я надеюсь, что уже к выходу Enjoy Чарта и выйдет само видео. Если даже не выйдет, в любом случае ссылка будет в описании. Подписывайтесь также на Telegram, ну и на этот канал тоже. Ну а мы переходим к нашим выбывшим Enjoy Чарта. На этой неделе у нас всего лишь 9 композиций, которые покинули чарт. Почему всего лишь 9? Потому что уже пару недель подряд нас покидало больше 10, там 15-17 композиций. На этой неделе всего 9. Например, Оливия Родриго, все-таки, как я и предполагал, не выдержала сама свою конкуренцию, и новый хит, второй трек, который появился на прошлой неделе в чарте, на этой неделе уже 17 места сразу же и вылетел. Кроме этого, нас покинул и заработал статус ветерана недели, точнее, ветерана, покинувшего чарт этой недели, это Мари Краймбери с ее песней «Иначе все это зря». Кто еще покинул наш чарт, смотрим прямо сейчас. Я ту кальмалу и ту ми. Даже Аль Пачино хочет быть как Чино, Чино, машина. И где ты, с кем ты, как мне достучаться к тебе? В шоке, шокер, да. И вновь пирожков дарит всем свою любовь. Все понятно и без слов. Watching me trying to find diamond from head to toe. Dingy. All eyes on me. Live the life of a dub, nigga. Till the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. Fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex, but can't do me what we connect. I only see him as Скромно. Скромно на этой неделе у нас и со взлетами, и с падениями. Скромно на этой неделе у нас и со взлетами и падениями по сравнению с прошлыми выпусками. Всего лишь один взлет и одно падение. И это падение у нас находится в пятой десятке. Это новинка прошлой недели Late Nights Feelings от Антонии, которая потеряла сразу 20 строчек и грохнулась уже в пятую десятку. Кроме этого, нас ждут в пятой десятке 3 новинки и один камбэк. Все-таки Кэлвин Харрис и Сэм Смит вернулись в наш чарт как раз. В аккурат с выходом клипа на их песню, которая уже появлялась в нашем чарте, но вот на этой неделе и вернулась. Like you do, you do. Четвертая десятка гораздо скромнее на новинки, их всего лишь две, но зато обе русскоязычные. Во-первых, это Ольга Серябкина с новым клипом и треком «А не забыла». И что удивительно, в этом клипе снова появляется, а он уже появлялся в одном из клипов, который находится в нашем чарте, Тимур Батрутдинов. Но тут ничего удивительного, ребята, видимо, подружились еще с проекта «Выжить в Дубае». Вот теперь Тимур стал главным героем клипа и у Ольги Серябкиной, так же, как и у Мари Краймбери, кто не в курсе. Еще одна новинка, которая, возможно, удивит вас, но не меня, потому что я смотрю «Битву поколений» и второй сезон, который вышел на ТНТ, по-моему.
И там была представлена новая песня Наташи Королёвой, которая вдруг появилась в медиапространстве. Трек называется «Обниму тебя счастьем». Она также представила на ютубе клип. И вот он оказался в нашем чарте. Надолго ли, узнаем позже. Десятка еще более спокойная, тут ни одной новинки, но зато взлет недели от дуэта коллектива Калибри Мавик и Битуева. Их красавица взлетела на 21 строчку. Я плачу, если хочет тюбачу, нужны деньги намучу, она зуши. Я бы хотел остаться здесь жить, но северный ветер зовет нас домой. А ты скажи ему пока, ой, красавец. Десятки, как бы это ни было символично, две новинки. И обе русскоязычные, опять же, это Сергей Лазарев с его «Вкусом малины». Все-таки он влетел в наш чарт. Клип вышел довольно давно, но только сейчас он появился благодаря тому, что он занимает лидирующее место в одном из чартов Муз-ТВ. Кроме этого, вторая новинка – это Мод с его «Случайностями». Ну и еще из удивительного, точнее не удивительного, а ожидаемого, Gayazov's Brothers со своей невестой снова оказались в топ-20. Они поднялись на 19 строчек, прям буквально одной строчки им не хватило, чтобы заработать статус «Взлет недели». Сладкий вкус малины на твоих губах, ты моя палатка. Случайностей вообще не случайно, в руках вселенной все. Очень интересные перемещения у нас в топ-10. Но помимо перемещений и главной интриги, удалось ли Анне Асти скинуть все-таки Доджу Кэт с первого места, мы узнаем еще и крайнюю новинку этого выпуска. Она сразу попадает у нас в топ-10. Но правда, как всегда, это ничего не значит. В общем, давайте смотреть топ-10 Enjoy чарта. You call and you'll need to kiss me. What's up for hours?
Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой. Ты берем пьяный по твоей вине. Царица. Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. Ну что ж, не удалось Анне Асти стать царицей нашего чарта на этой неделе. Возможно, потому что вы голосовали в сообществе одинаковые, в одинаковой пропорции за Доджу Кэт и за Анну Асти. И вот буквально 2,5 баллов ей так раз таки не хватило. Ну и, конечно, это связано с тем, что Доджа Кэт до сих пор занимает первые места во многих чартах, как вы уже могли видеть. Удастся ли на следующей неделе все-таки Анне Асти стать царицей нашего чарта или нет, узнаем на следующей неделе. Оставляйте лайки, комментарии, не забывайте голосовать, может быть, поддержите Анну Асти, а я буду с вами прощаться, всех обнимаю, всем пока.